Ой, вообще не ловит. Вообще, да, не ловит, по-моему. Мне показывают, что хреново ловит. Ну, кто-нибудь напишет, заловила. Нет, не ловит, лиска. Ловит, не ловит. Лучше всего я поняла, ловит это в ванной комнате. Да, мы с вами уже виделись. Елена, вы можете сказать, заловила или не ловит? Видно меня или нет? Все хорошо. Ловит. Видите меня? Мне очень приятно. Нет, мне не понравился. Да, он сушит волосы и цвет некрасивый. Да. Так сухо, просто да. И снова здравствуйте. Видно супер, ну класс. Блин, почему, когда я с вами разговариваю, я начинаю хотеть есть? Это несерьезно. Да, мне очень нравится желтое платье и кеда. Ты такой... Меня зависает. Спасибо большое, но я все-таки хочу нос меньше. Что-то посмотрела. Я вам говорю, посмотрите, боже, с этого ракурса я вообще не фоткаюсь. Прям такой жирненький. Лиза, расскажи, как худеешь. Как я худею? Я еще не могу вам рассказать, потому что я еще не худею. Вот я буду с вами всем делиться, вот как вот только сейчас съем этот шоколадный пирог, и больше в моем доме такой еды не будет. Спасибо. Спас, белый, ты выглядишь хорошо, ты выглядишь хорошо, сладкий белый костюм, белый, ты выглядишь хорошо. Нам тоже хочется, как ты ешь. Ну, я правда обещаю вам. Все, спортом я уже начала заниматься. Осталось только... Это комплекс, ну, стянул. Но мне не нравится мой нос. Я считаю, что он толстый. Вообще, на каких-то фотографиях я выгляжу, сука, какой-то жирная. А так смотришь, вроде бы... Дрыщ-дрыщу! Да нет, мы вообще с тобой не похожи, вы что? Вообще разные. Тебе не нужно худеть, да. Я же сказала, нос я не собираюсь, если я переделаю нос, операцию сделаю, то, конечно, я изменюсь. А если я просто кольну херню сюда, и он станет чуть-чуть уже, он просто будет, когда у меня было худое лицо. Вот, у меня было худое лицо, спрашивают, ты скулы сделала? Ты скулы сделала? Нет, просто у меня было худое, сука, лицо. Сейчас у меня даже нет таких скул, потому что я стала хрюшкой маленькая. Лиза, сосок торчит, спрячь. Ой, извините. Простите. Ну ладно. Не выдумывай. Поздравляю тебя с папой, да. Да, но мне когда говорят, что это неправда, вес реально влияет на нос. У меня нос растет всегда вместе с моей харей и с моей, хотела сказать, задницей, которой у меня нет. Ладно, у меня вес растет с моими боками. Не прячь. Девушка ослепла на один глаз после подобной процедуры на нос. Что, правда? Ой, ладно, тогда не сделаю. Почему в лифчике всегда? Нет, не всегда. Вы что-то путаете. Когда я где-то, я в одежде. А дома я хожу, ой, ну, штана, ну, как бы так. Это нормально, мне кажется. Такую грудь не стыдно показывать. Ну, девчонки, ну, конечно, не стыдно. Вообще, сейчас вот сниму лифчик и покажу все. Да нет. Дочь зовут Владислава. Изгиб, объем, толщина. Толщина у меня, не знаю. Про лишний вес мне не нравится лицо, то, что полнеет. Сразу видите, не скулы. И шнабак на пол лица. Тебе развод к лицу. А кому развод не к лицу, скажите мне. Кому развод не к лицу? Нормальным бабам всегда развод и к лицу. И вообще.
Новая жизнь — это так классно. Сейчас, подождите, провод мешает нам общаться с вами. Все, да что же его снимать? Так все увидели. Да не, все не могут, так не видно. Что вы там увидели? Италия у меня, кстати, заплыла. Уже не 60, я думаю. Я даже не хочу мерить. Почему не гуляешь с девчонками? Спасибо большое. Мне 30, Мэри 23. Я 5 дней погуляла. Для меня это очень много. Я столько гулять уже не могу. Я в свои годы уже погуляла. Пускай теперь молодые тусуются. Какие планы на ближайшее будущее? Я не буду о них рассказывать. Да, наговаривала я на себя, вот насчет груди. Я помню, что она такая большая, как я страдала, плакала. И потом похудела и вместе со мной. Похудела грудь. Так, у тебя разный цвет накрашен, классно. Да, спокойствие, сон, личное время. Почему он не должен быть к лицу? Смешную историю жизни. Ну вот я на днях горела. Нам было очень смешно. Лиза, пожалуйста. Ты любишь лежать в ванной? Да мне сейчас нет времени вот на лежать в ванной. Когда все наладится, я буду лежать в ванной. Слушать музыку и никуда не торопиться. Не знаю, у меня ничего не светится. Я вообще думаю, что это бред. Почему фамилия Триандафилиди? Потому что у меня дедушка грек. Зайчишка. Я зайчишка. А соски маленькие вытягивают. Я думаю, они, наверное, ну, ой, ну это как грудь больше становится. Я думаю, что после родов у многих больше сосок становится. Так и, я думаю, увеличивается он. Ну, не маленький. Он же не может остаться такой. Кожа же растягивается. Но я не знаю, у меня не было маленькой груди. Без понятия. Хорошенькая ты, да. Кого из мужей любила больше всего? Ну, или из всех мужчин, что были? Слушайте. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Я вообще не считаю нужным отвечать. А то кто-то подумает, что я еще... Хочу с ним помириться. Нет, не хочу отвечать. Я не буду отвечать на вопросы про мужа, не мужа. Мы формально сейчас женаты. Вот. Он приезжает, мы разводимся. Все. Может, мы даже не увидимся, я не знаю, как это происходит. Поэтому, пожалуйста, а эти вопросы оставьте. Да, мне чуть-чуть делали соски, но он не захотел мне уменьшать. Я хотела меньше. Мне нравятся небольшие соски. Да, с лестницы я упала нормально. Почему закрывала страницу? Ну, смотрите, зато сколько людей ко мне добавилось за 2 дня. Видите, люди какие? Они смотрят потихонечку, тайно. Смешно. Привет, 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 Лиза, что сегодня кушала? Я сегодня кушала куриную котлетку с гречкой, пила компотик из сухофруктов, салаты свеклы. Ну, правильно питалась, видите? Каждый человек другого человека любит по-разному. Да, но все равно, когда мы расходимся и проходит время, нам кажется, что... Ну, может, мне так только кажется, что я... Ну, не буду, ладно. А то я, получается, всех обижать буду. Ну, я не знаю, мне кажется, может... Я не помню, что с другим бывшим. Как я могу помнить, что я любила 10 лет назад своего первого супруга? Вот как? Я уже не помню. Ну, любила, наверное, на тот момент мне казалось. Это прошлое. Сейчас, ну, казалось что тогда, что люблю. Потом казалось, что второго больше люблю. Потом казалось, что Лёшу люблю. Так. Это нормально, мне кажется. А сейчас я где? Я у сестры.
О, я люблю Россию, и я становлюсь патриотом с каждым годом все больше и больше, взрослею, мудрею. Люблю Москву, все бабки здесь. Очень много интересных людей, направлений. Вообще здесь классно. Только пробки дикие. Ну, слушайте, если я была замужем, наверное, я любила своих мужей. Так правильно сказать, правильно? Я же не просто так выходила за них замуж. Не просто так жила с ними. Любила, ну, любила. Это было так давно, что я этого не помню. Ну, хорошо, вспомните первого парня своего. Вы с ним встречались. Вот вы его любили на тот момент. Сейчас вы помните это? Ну, тогда казалось, ну, казалось, я не знаю. Что такое любовь? Никто не знает. Ладно. Что обсуждать это? Я не хочу говорить про любовь. Мне неинтересно это сейчас. Я не хочу. Сегодня точно не хочу. Говорю, настроение не очень. Это был актер. Он был не актер, но подставной, да. Я даже не знала, с кем меня отправили тогда на свидание. Я с ним не общалась никогда. Я, да, я трачу много. 70 тысяч потратила за месяц на такси. Поэтому мне нужно срочно переезжать. Но привет, привет. Когда на дом 2 завтра? Какое образование? Высшее не закончено. Лиза, ты куришь? Нет, я не курю. Я даже кальян не курю. Я молодец. Сколько вы прожили? С кем именно? Скажите, кто будет взять бабки, работать? Купи машину? Нет. В Москве нужен водитель. Какая вам разница, в каком классе учится моя дочка? Ты снова перекрасилась? Нет, я помыла голову оттеночным шампунем. Выглядишь глуповато. Нет, это выглядите вы глуповато, потому что вы спрашиваете меня постоянно про сиськи, про и всякое такое. Ну, все, что вы перечислили. Вот так вот. Почему водитель? Ну, потому что в центре тяжело поставить машину. Это же по миру, по 3 часа пробка на что доехать до центра. Ну, не по 3, если выезжать где-то 1-2 часа, но за 1-1.5 часа доедешь. Но иногда можешь встать на 3 часа, это точно. Матрикс не купила? Нет, я не купила. Лиза, как уйти от мужа с маленьким ребенком? Как перебороть себя? Я ушла от мужа, когда моей дочери было 1.5 года. Вот. И мой муж мне говорил, что я никому нахуй не нужна буду. Что ты родила, посмотри на себя, ты уже не такая пиздатая, Лиза. Вот. Ну, потому что я как бы и поправилась. Ну, как бы и нужна была. Я вам показала, чувак. Ну, вот, видишь? Похоже, ты, я тебя к другому. Ой. Просто любите себя. Не вас полюбят. Ты же моя сладенькая. Зубы, как деревенские заборы. Именно такие. В деревне такие, да, заборы? Со стрижкой под мальчика, как у Хромина. Нет, я бы не смогла с такой стрижкой ходить. Ты страшная. Ну что ж ты страшная такая. Ну что поделать, ну вот, мама с папой постарались. Вот такую страшненькую родить. Была в деревне, да, конечно, была в деревне. Была в деревне, помню, что у меня даже вши были в детстве. Куда-то меня отвезла бабушка в гости к своей подружке. И у меня кто-то подзаразил шану. У меня же голова зачесалась, я вспомнила. И я говорила. Видите, вот я такая добрая, что я говорила, пожалуйста, не убивайте их, это мои друзья. Они что, маленькие, вы их убьете. Ну, вся я. Восхищаюсь тобой, да. Слушайте, да я никого не слушаю, у меня все нормально, все хорошо. Вы так сказали, не слушай никого, как будто я действительно страшненькая. Я такая...
не говорить мне этого. Ну вот, видите, идеально. Молодец. Молодец. Ничего не нужно бояться. Мы, да, женщина, я говорила уже не раз. Мы всегда очкуем, мы очкуем уходить в никуда, что-то новое. Боже мой, что я буду делать, потому что там черная дыра, ты не знаешь, что будет после развода. А вдруг я никому не нужна? Ну, не знаю, мне кажется, лучше быть одной. Не очень хорошо все. Здравствуйте. Нет, ей идет прическа, это да. Не всем пойдет, конечно. Тебе понравился ваш шампунь? Не, а. Нарастила, сейчас пойду приделаю еще. Удачи, добра. Прости, Господи, сколько стоит ночь цена. Думаю, бабок не хватит. Вот эти комментаторши, сколько ты стоишь? Ты проститутка. Да. От Алина. 10 часов. Ты должна спать. А еще смотреть прямой эфир, где пишут такую дичь Лизочке. Все, дети в эфире, мы разговариваем на спокойную тему. Я не верю, я знаю, что, конечно, розыгрыши все. Ну, я не знаю, смотря какие розыгрыши, конечно, где дарят Мерседес и так далее, я не очень верю. Я говорила, Матрикс у меня помыли голову, мне очень понравился. Что такое подруга? Очень хочешь, чтобы вы... Угу. Не хотите, не надо. Я не знаю, у кого дела, я вообще не поняла, вы о чём. Педикюр. Так, сейчас я направлю. Ой, так не видно. Так не видно, моя прекрасная. Мужик. Как часто моешь голову? Раз в 2 дня. Это классно. Спасибо. А что мы с вами делаем? Мы с вами дружим здесь? Конечно же, мы с вами дружим. Любимые мои. Алин, да как настроение? Настроение такое... Я даже не знаю, какое оно. И не понимаю еще сама. Много дел накопилось за эти дни. Я эти дни очень хорошо отдыхала. И теперь надо делать дела. Секси-нога. Так, а ну-ка, сейчас я еще покажу свою секси-ногу. Я самой захотела смотреть. Ты... Серьезно? Культяпка худая. Смешно, смешно. Секси нога. О, секси ножки. А вопросы будут у нас? Так. Какой шампунь посоветуешь? На YouTube пойдешь как? Ну, Машка меня позвала, Машка, не знаю, готова ли я. Ну, как бы мне с подружкой легче, конечно, когда она мне, я говорю, мне легче тебе что-то рассказать, но я боюсь, что мы будем плакать с ней, и вы такой эфир, просто водопады, слезы. Ты тортик уже съела? Нет, еще не съела. Думаю, идти кушать его или нет. Кушать ли мне тортик? Хватит пердеть. Ой, ну зачем вы меня спалили? Блин. Секси-ногу. Ой, какие вы смешные.
чем будешь заниматься завтра. Завтра у меня очень много планов. И работа, и на съемки еду. Нет, не кушать, да. Ленточное дело наращивание, когда оно только вышло. Ездила специально в другой город. Сколько денег, помню, дала. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я и вообще ко всем нейтрально отношусь. Почему такая клёвая? Да я бы и не сказала. Ноги не болят, почему должны болеть? После тренировки вы имеете в виду? Кстати, я позанималась, у меня вот так-то я... Ладно, не буду рассказывать, кто будет смеяться надо мной. Я чуть не упала. Знаешь, мне так тяжело с этими резинками заниматься. Господи, как я давно не занималась, мое тело все уже отвыкло от упражнений. У тебя есть парень? Ну, как бы формально, я еще даже замужем. Но мы уже как 3 месяца расстались. Я одна. Я одиночка. Нет. Знаешь, косметику лавиру немецкую нет, не знаю. Отбеливала зубы давно, 3 года назад. И мне чужое мнение мешает жить. Хорошо, что ты можешь все равно как себя настроить на это. Ой. Вообще не думайте. Не думайте ни о ком. Вы живете для себя один раз. Господи, совсем может быть. Прикиньте, конец света. А вы потом, ой, я ж думала. А я думала, что по мне подумают. Да насрать. Люди — это стадо. Большинство живут как стадо, понимаете? Повторяются друг за другом. Ходят, что-то бродят. Живите для себя, в свой кайф. Чтобы вы были счастливы, чтобы вы улыбались. Главное, не идите против себя. Иногда вам кажется, что вы хотите что-то сделать, и вы думаете, вот что подумают люди. Вы хотите что-то сделать, сука, грандиозное, а потом окажется, что это не ваше, что вы ошиблись. Но это нормально, это все нормально. Главное, что вы попробовали и поняли, что это не ваше. Поэтому живите для себя, вот честно. Фу, ужасные стрелки, страшно, я, боже мой. Ты правда говоришь так? Я не могу сейчас играть, расплакаться, извините, у меня, видимо, хорошее настроение. Некрасивая, страшная. Вся такая прям фу-фу-фу. Смотри, у меня еще прыщ. Лежать вместе с тобой в обнике, целовать тебя постоянно везде. О, Господи, ничего себе. Так, мужчины, хватит. Не пишите. Я уже 3 месяца одинока. И на примете кто-то нравится? Нет, мне абсолютно никто не нравится. Вот. Неинтересен, я бы сказала даже. Ну, я, наверное, об этом не думаю сейчас. Но мне это не нужно. Ребят, я как бы развожусь. Я не знаю, это что должен быть за хер такой крутой, чтобы он мне понравился. Ой, я уже 3 месяца одинока. Мы с тобой вместе 3 месяца одинока. Прыщ, ужас, не говори, слушай, ну как я живу вообще на этом белом свете, такая страшная с прыщом. Меня привет, я кофе захотела, господи, не надо спать ложиться ему. Твой юморок. Ой, да. А сейчас у меня еще голос какой пропитый. Алкахи какой-то, да? Когда нет подруг, 2 детей и муж танкист. Ой, ну у вас нет подруг, вы же, наверное, как бы, значит, в них не нуждаетесь, если у вас их нет. Может, люди, если мы в чем-то нуждаемся, мы это получаем. Видимо, вам хорошо без подруг. Я думаю, что вы уделяете все время своим деткам. Господи, откуда вы взялись? Какому грецу? Мы с Ромкой друзья, и у Ромки он пускай возвращается к своей любимой девушке. Нет, я никого не прощу. За что прощать? Мы просто расстались, ребят, успокойтесь.
Как ты лечила кончики Олаплекса? Волосы после мытья головой. Я запишу вам обязательно. Ну, минут 30, наверное. Кто у тебя лучше подруги? Я думаю, что самая лучшая подруга – это моя родная сестра и, конечно, Мэри. Вы с Безосом похожи чем-то. Чем? Мэри, кстати, даже, по-моему, подписалась на него. Она сказала, он такой хороший парень. Он такой милый. Зай, посмотри Бузову и Собчак. Да, прикольное что-то. Ой, скиньте мне ссылочку, я посмотрю обязательно. Сейчас такая, говорю, тортик не буду есть. Я такая думаю, мужик, я смотрю Бузову, Собчак и ем тортик. Вот, понимаете, когда вы думаете, что вот все, сейчас я начинаю правильно питаться, заниматься, и в этот момент именно тебе хочется есть. Есть все запретное. Я думаю, вы меня все понимаете. Я приму твою дочь. Такую чушь я еще не слышала. Мужчины даже об этом не говорят. Я приму. Моя королева и я. Это сразу получаете двух королев. Счастье-то какое? О, Лиза, как попасть в твой магазин? Ну, можете доехать, а можете просто перейти на профиль моего магазина и добавиться туда. Ой. Я хочу сделать массаж тебе все тело. Нет, спасибо большое. Конечно, немножко пошутили, поострили и все. Фу, да. Съешь тортик тебе. Ольга Бузова, слезы на лоб, но это что? Уже завтра ПП. Ребят, ну вы что? Вот как? Вот зачем вы? Не сбивайте меня с правильного пути. Я добавляюсь, ты не добавляешь. Значит, вас добавят. Ты была на Украине? Была. Я была на Украине. Я была в Харькове. Массаж ног. Нет. Ребят, сори. Ты все равно спасибо, Танечка. Папа, кстати, собирается к дедушке прилететь. Посмотрите, как я вырываю ресницы. На бабе или на бэбика? Ой. Конечно. Это... Я очень рада, если это так. И как тебе у нас? Ну, как? Как у нас в 90-е. И в Беларуси также. Как здоровье у него? Нормально. Лали, привет с Украины. Город Винница. Везде ждете эфир? Да, я что-то уже вообще все забила. Да, опять не захожу. Ты любишь погулять, оказывается. А кто не любит гулять? Да нет, я как раз-таки ты не любительница. Ну, все писали в эфирах. Чего ты сидишь дома? Чего ты все время сидишь дома? Я решила не сидеть дома. Но мне не пошло это на пользу, честно, я себя не очень хорошо чувствую. Уже к нам не собираешься? Ну, нет, собираюсь, но не знаю, когда. Да, дергайте кайф. Туркмения, привет. Вот если бы ты кушала, цены тебе не было. Я ж кушаю. Или сейчас вы имеете в виду? Как там твой друг Адам? Посмотрите, перейдите на его страничку, как он там. Слушай, фетишист какой у меня тут в эфире сидит, про мои ноги пишет. Одна женщина смогу, ой, не может успокоиться. Что бы еще написать сейчас?
чтобы меня задеть. Милая моя, мне... Я не ты, я не тащусь по бывшим, я им не написываю. Плохо видно. Я уже поняла, потому что вас стало меньше. Ты слишком добрый человек, слился с проблем в отношении. А ты еще говоришь, что сможешь нормально по-дружески общаться. Слушайте, я не считаю, что он слился, но он же не должен решать мои проблемы. Это мои проблемы. Просто понимаю, что мы как друзья больше, наверное, жили, получается, а не муж и жена. Я не обижаюсь на Лёшу, вот такой человек, что вы. В секрете сижу. Ну, я могу быть спокойна, могу неспокойно быть, но я же девушка, я бываю разная. Не надо, спасибо, у меня вечно-то лапки. Так. Ладно, девчонки, я выхожу. А то, что никто ничего что-то напишет, гадко, я расстроюсь. Завтра выйду к вам. Очень важно, мне для друга надо. Я делала грудь, и у меня есть пост. Какого врача? Пластику тела? Нет, я не делала. Слушайте, ну, пара, не пара, мы уже развелись. Мы не вместе, хватит. Мне, пожалуйста, писать. Пара, не пара. Мы уже сами разобрались в том, что мы не пара. Да, все, пока. Да, я поэтому лучше сейчас лягу спать. И не буду есть тортик, чтобы быть красивой, подтянутой, чтобы с боков ничего не вываливалось. Пока-пока. Пока. Все, все, целую.